Всем привет! В этом видео хочу рассказать про обучение, как учимся мы и дети. Буду рассказывать только исходя из своей ситуации, не как в целом в Норвегии, а именно как у нас. Начну с взрослой школы. Начали мы обучение с 1 июня, и несмотря на то, что мы там 2 месяца, грубо говоря, были на каникулах, но учеба у нас считается все равно с 1 июня. То есть вот эти вот каникулы, выходные, там неделя выходных была, это все считается за обучение. Поэтому у нас 28 сентября был первый экзамен. В первой группе разрешали на первый экзамен отказаться. Нам же не дали выбора и сказали, что мы должны пройти этот экзамен, попробовать, посмотреть, как работает система, посмотреть на вопросы, подтянуть, ну, в общем, сделать акцент на том, на чем мы не справились, ну, и тому подобное. Было немножечко волнительно, а так я вообще не переживала, потому что это первый экзамен, и я считала его пробным. Немножко расскажу про экзамен. Значит, вначале было задание письменное, написать смс другу, приглашение там, на день рождения, на праздник, на какой-нибудь. Затем второе задание, была дана картинка, и нужно было нам описать эту картинку, что мы видим на картинке. Должно быть 50-80 слов, но не меньше 50. И третье задание в этом разделе, это написать какой-нибудь рассказ на какую-то тему. Нам попалась тема рассказать про какой-нибудь большой город, либо же про какое-то место. Я описывала городок, в котором мы сейчас живем. И нужно было написать уже на 100-200 слов. Ну, 100, вернее, 80-100, ну, больше, короче говоря, больше 80 слов должно быть в этом рассказе. На удивление, с этими тремя заданиями я справилась очень быстро, и пусть у меня были несложные предложения, и я не уверена, что я все предложения написала правильно, но, тем не менее, я написала. Второй раздел — это было чтение. Нужно было читать вопрос и с вариантов ответа находить правильный. Вопросы были закрученные, то есть, например, спрашивалось о времени, когда, например, обедает там женщина, но и был диалог, например, там расписан. И, ну, в общем, закручено. Потом надо было синонимы искать в тексте. И третий раздел, это был в наушниках, мы сидели и на слух слушали тоже диалоги и выбирали правильный вариант ответов. Это было очень сложно. Очень сложно всем, без исключения, сложно на слух воспринимать информацию, потому что некоторые диалоги были очень быстрые и вообще непонятные, непонятная речь. Но, тем не менее, я так кое-как там пыталась ответить. Также в чтении было очень много новых слов. Я поняла, что, ну, словарный запас нужно пополнять и пополнять, потому что без этого никак не понять. Вот. И также, еще немаловажно, нужно логику включать норвежскую, потому что наше построение вот этого предложения, она немного отличается. Вот. Тем, кто знает английский, тем, конечно, проще, потому что это очень все похоже, но я не знаю, не английский, в общем, я и свой родной с трудом знаю язык. Вот. Так, дальше. Обучение. Задаются вопросы мне. Как проходит обучение норвежского языка на норвежском языке? Да, обучение идет на норвежском языке, но также могут объяснять на английском. И у нас есть в группе люди, которые понимают английский, и они нам периодически переводят, если мы что-то, ну, например, не понимаем или нам нужно донести какую-то очень важную информацию. А так, в принципе, на норвежском очень понятно. Жестами, картинками. Также параллельно я смотрю там видео на YouTube, читаю разные там, в общем, уроки, скачала себе приложения, в которых я учу слова, параллельно тому, что нам дают в школе, потому что то, что дают в школе, это одно, и его не очень достаточно, если честно, чтобы быстро выучить и язык. Но все возможно, это сложно, и не каждому дается. Некоторые сидят полгода и вообще не могут воспринимать эту информацию и ничего запомнить, а некоторые за 3 месяца, то есть начинают уже разговаривать. Все это индивидуально, и, ну, это возможно. Главное понимать, для чего, зачем. Вот, собственно, был такой случай, учительница нам рассказывала слова «на», «под», «возле», ну, в общем, и нужно было объяснить «возле», что это лежит возле, и она лягла на пол рядом со стулом, в общем, прям четко наглядным примером нам показала, что она лежит рядом возле этого стула, что она лежит там с левой стороны от стула. И вот таким образом мы все прекрасно понимаем. Не так уж это и сложно на самом деле. Но когда начинают разговор там длинный и начинают там вопросы задавать, я, конечно, в ступоре нахожусь. И я как делаю? Я услышала 1-2 слова, ну и догадалась о смысле вообще предложения и что хотят. Ну, не всегда, конечно, я понимаю, но зачастую так. Вот так вот и происходит, что по 1-2 словам я понимаю весь смысл этого текста. Так, теперь хочу рассказать про школу для детей. Школа для детей очень сильно отличается от нашей украинской школы. Программа здесь намного легче, как мне кажется, и детей так не загружают. Вот Надя ходит в 1 класс, и там вообще такой вот подход интересный. У них по 4 человека за партами сидят дети, и одни, ну,
как не пара, 4 человека, группа, одна группа детей занимается чтением, например, с учителем там, или математикой, вот какой предмет у них, вторая группа складывает лего, третья там рисует, четвертая играет в какую-то там игру, например, настольную. И если учитель видит, что ребенок, например, устал читать или там не справляется, она меняет их местами, чтобы не нагружать ребенка. И, ну, в общем, старается индивидуально каждому ребенку подойти. Мне очень нравится ихняя вообще вот эта система образования в целом, мне очень нравится. Они здесь очень много гуляют на улице, и в любую погоду, дождь, не дождь, снег, ну, в общем, как говорят в Норвегии, нет плохой погоды, есть неправильно подобранная одежда, поэтому у всех здесь резиновая одежда, резиновые сапоги на случай дождя, стоят пакованы с одеждой, переодевание происходит несколько раз в день, может происходить и так в садике, и в школе, стоят эти пакованы с одеждой сменной. Вот, их учат быть ближе к природе. Они ходят часто в походы, в туры в разные. Например, вот недавно в садике они ездили на гору. Гора около 1100 метров над уровнем моря. И идти где-то от стоянки до вершины этой, идти где-то полчаса, наверное. И вот дети с рюкзачками, с бутербродами и какао горячим и шли на эту гору. Ну, это круто, это очень круто, мне очень нравится. И также зимой они будут ходить на лыжах. В общем, активный образ жизни здесь. Вот, просто прекрасно. Так. Старшая у меня ходит, должна была ходить в Украине в 7 класс. Здесь ее отправили в 8 класс, так как она по возрасту подходит в 8 класс. Сейчас, вот в начале года, это, я так понимаю, повторение прошлого года, и примеры очень легкие. Например, там 156 и дня 23. Такие вот были примеры. Но так как Соня еще не знает очень хорошо языка, она занимается в отдельной комнате с другими украинскими детьми. Их учит украинская учительница, которая уже здесь год отучилась на такой же программе, как и я, и устроилась в школу работать. То есть у нас есть украинские учителя и воспитатель, можно контактировать, это очень повезло и очень-очень круто, потому что, мне кажется, было бы намного сложнее интегрироваться детям, если бы вообще вот сидели бы они тупо с утра до вечера. А там, кто его знает, может быть, и быстрее, и легче все это бы происходило. Но когда Соня находится в классе, ее садят периодически, ну, в норвежский класс с норвежскими детьми, она немножечко так стрессует, потому что еще, ну, она много уже знает, учит язык, у нее получается, она молодец, но сложно ей перебороть, так как и мне, конечно, мне тоже очень сложно заговорить. Например, вот буквально сегодня была ситуация, я прихожу в садик, и мне нужно было написать, записаться на собрание там индивидуально и поставить время. И мне нужна была ручка. Я знаю, как по-норвежски сказать, дайте мне, пожалуйста, ручку. Но я сделала так, и мне дали ручку. Ну, это капец, я не знаю, как начать разговаривать. Ну, я думаю, это все придет. Вот, что еще могу рассказать? Питание. В Норвегии вообще в школах и в садах нет питания как такового, и все складывают ланчбоксы детям, но нам очень круто повезло с коммуной. В нашей коммуне питание в школах и в садиках есть. Два раза в неделю дают горячие блюда, ну а в основном, конечно, это бутерброды, овощи и много фруктов. Фрукты дают разные, и это все так прикольно, ну как шведский стол у них стоит, они подходят, берут все, что им хочется, захотели, там сегодня такой бутерброд себе взяли, захотели там другой, овощи, ну в общем, так удобно для детей. Вот, что еще я... Также у них, ну, в старшей школе тоже и походы есть, и активный вот этот образ жизни тоже. Ну, и, собственно говоря, вроде бы все, что я хотела сказать. Если я что-то упустила, задавайте мне вопросы в комментариях, я с радостью отвечу на любые вопросы. Если вы собрались ехать в Норвегию с детьми и переживаете, не переживайте, хотя, знаю, я очень сильно переживала и до сих пор переживаю за то, как они там находятся, как они контактируют, как они будут внедряться, как они будут общаться. Это все очень сложно, потому что я тоже в такой же ситуации. Но здесь люди, они другие, они как более лояльно, что ли, относятся с пониманием, с терпением, наверное, вот так вот. Нету такого, там, если ты что-то не понимаешь, тебе никто не скажет, ты что там, баран, не понимаешь, блин, ну сколько можно тебе повторять? Нет, все спокойно, с улыбочкой, тебе 300 тысяч раз скажут, подскажут, расскажут. Главное, чтобы ты не стрессовала. Тут у них самое главное, икистес. Стрессовать нельзя. Вот. Так что... В целом, все устраивает меня. Но грусть за домом присутствует. Мне кажется, грусть за домом будет присутствовать всегда. Как бы хорошо нам не было, где бы хорошо бы нам не было, но дом и родные стены – это дом и родные стены. В общем, жду ваши комментарии. Поделилась, рассказала. Может, кого-то успокоила, кто собирается ехать. Все здесь хорошо. Детям здесь просто вот шикарно. Единственный, как я говорю всегда, единственный минус в Норвегии – это незнание языка. Но это дело поправимое, и все будет хорошо. Все, всем пока, до следующего видео.